Друзья, всем привет! Я сегодня начинаю новый влог, и он будет домашний. Мы сегодня с вами будем убирать. 20 января на календаре, прошли праздники, прошло крещение, мы всегда елку убираем. Елку убрали, сейчас приступаем к основной уборке. Что буду делать? Буду протирать пыль, пылесосить, мыть полы. Значит, что я уже сделала? Сложила постель, поменяла постель на каждую неделю в пятницу, но на этот раз в субботу, потому что вчера было крещение, ничего не убирала. Я меняю постельное белье, меняю полотенце и еще буду мыть зеркало. Тут Сашка игрушки разбросал. В общем, поехали. Чем вытираю пыль? Пользуюсь такими влажными салфетками от Faberlic. Мне нравится, когда вытираю ими, мне кажется, что пыль оседает меньше на мебель. То есть они отталкивающим эффектом обладают. И еще антибактериальные. Красавица. Стоит у меня пока на письменном столе в карантине. Посмотрим, как она себя будет вести, чтобы не было никаких болячек, чтобы не заразила мне остальные мои орхидейки. Хорошие у нее такие цветы, не мелкие. Вот видите. Классная. 18 января у нас с мужем было 9 лет, как мы встречаемся. Ну, как мы вместе. Вот, и он мне подарил такую орхидею. Единственное, что мне кажется, что листья у нее немножко вот здесь вот подмерзли, пока он ее вез. Хотя вроде сильного мороза не было, ну ладно. Будем надеяться, что все с ней будет хорошо. Так, значит, пыль протерла везде. Сейчас будем пылесосить. Пылесосили, будем мыть пол. Чем мою пол? Обычно Глориксом, но сейчас закончился, и я добавляю вот такое вот концентрированное средство от Faberlic. Мне нравится, приятный аромат, не сильно пенится, не надо смывать. Супер средство. Переходим в прихожую, ванну и туалет. В ванне я первым делом меняю полотенце. У нас идут 3 банных полотенца и 3 для рук и лица. Так, что будем делать в ванной? Покажу вам, чем стираю вот это вот жидкое средство. Уже вам показывала, видите, второй бутылек заканчивается. Вернель у меня такой почти в конце, и я решила попробовать. Сейчас на ютубе девочки все фикси покупают Ленор масло ши, но я в фикс прайсе давно не была, да и на завоз не попадала, не встречала. Купила в гипо на акции 2 литра 6 рублей,
с копейками там оно стоило. Приятный аромат, классный кондиционер, мне понравился. Что будем делать в ванной? Помоем ванну, помоем раковину, помоем зеркала и сантехнику. Коврик из ванной и туалета я уже постирала, жду, когда они высохнут. Итак, приступаем. Все вымыли, все у нас теперь чистенько, ждем, пока высохнет коврик, застелим коврик и все готово. Самая быстрая уборка — это в прихожей. Здесь мне нужно только пропылесосить, помыть полы. Пыль я уже здесь протерла. Так, эти тетради, это мои записи, они уберутся. Здесь у меня стоит вот такая корзинка. Не знала, куда ее деть вообще, куда ее пристроить. В итоге здесь любит спать киса. Она скручивается и как-то чудесным образом помещается и спит здесь. В общем, пыль везде протерла. Сейчас будем пылесосить и мыть полы. Если вам нравятся такие видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, будем дружить, будем общаться. Я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!